туда убирай. Это ты так решил, что ли? Это ГАИ так решила. Даже такую книжку интересную написали. ПДД с картинками. Ты почитай, это интересно. Ты сам-то ее читал? Такой знак знаешь? А вот так? Обезьянка хочет в клетку. Ты что делаешь? Давай. Я как джентльмен даю право выбора. Куда? Ага. Рука. Глаза. Ай, что ж ты делаешь? Дура, я ж напугать хотел просто. В зоопарке детей пугать будешь. Значит так, чтобы к вечеру нашел что-нибудь профильное и начинайте сотрудничать. Да, нашел. Монитор не подрыв. Макаров. USB в машине сломалось. Вот, так что открываешь раздел рок, там и лучше композиции сюда. Вот так. Ну, смешно. А к делу это как относится? Так же, как ты, и твой отдел к реальной раскрываемости. Никак. Так что давай работай, напарник. Я целое утро езжу в тишине. Ну и что, где мед для моих ушей? А ваша милая просьба по приоритету проиграла приказ начальства, и я расследовала ограбление. Старший майор. Преступники пойманы. Вы с кем-то менее опытны, более быстрым. 15 километров пешком за день – это прям круто в вашем возрасте. Ох, лишь электроника. А ведь дядя Паша офицер, может снять ремень. Не надо раздеваться. Я у машины, ты где? Иди ко мне. Да! Все. Паш, спасибо. Ну, что, обращайся. В другой момент. У тебя сегодня день рождения. Поехали отметить. Лера. Ну, готов признать, что я в тебе, конечно. Ошибался? Да. Слушай, я не просто не знал, что ты пьешь что, помимо моей крови. Вот, видишь, шампанское. Виски. Аптечки для жира. Ну что, добыл принцессе сокровища? Получай награду. Ой, подожди. Устал, голова болит, нет настроения. Слушай, я не сидел в подмазках от секса. Придумай что-нибудь сам. Меня. На футбол. Ну, вип-трибуна, сборная. Ну, что я тебе объясняю? Серьезно? Билет в театр? Ты опять так? Ты там видишь еще один билет? Нет, а в чем прикол? А из энергии, ты понимаешь, культурное заведение не пускают. Чтоб я одна сходила? Благодари. А эту шоколадку тебе? Да я не шоколадку. А что ты здесь делаешь? Ну, раз это точно никакое не свидание, давай я тогда за кофе сгоняю. Ну, типа, с тебя шоколадка, с меня кофе. Это вам прекрасной дамы, которая подарила мне свой билет. Ва, ролевуха? А что, змея не предупредил? Я в лосося переоделась, чтоб ты меня приготовил. Зэби, кобра, мы будем с вами ядом прыскать. Поужинаем. Сударь. Мой голод и новый.